Процесс избрания главы 47-го региона запущен на внеочередном заседании регионального политсовета Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» приняли решение о праймерис. Проведение предварительного внутрипартийного голосования. В ходе него должно быть охвачено 30% территории населения региона. Надеюсь, что эти выборы позволят нам консолидировать большинство Ленинградской области для решения серьезных задач. И не скрою, что одна из задач – это получение кредита доверия для того, чтобы в дальнейшем проводить и реформу местного самоуправления, которая у нас сегодня находится в начальной стадии, и экономические реформы, в том числе и реформы, которые будут касаться органов власти, органов управления, бюджетных организаций, государственных предприятий. Единым днем голосования станет 10 июня. На территории области будут работать 317 участковых избирательных комиссий, пропускная способность которых 50 человек в час. Предварительное внутрипартийное голосование проведут по первой наиболее открытой модели. Подать заявку на участие сможет любой гражданин Российской Федерации. Прием заявлений продлится с 15 по 21 мая. Нам нужно, чтобы власть формировалась из людей ответственных, честных, умеющих работать профессионально, имеющих за собой уже историю с определенными делами и желающих работать. Это первое. И второе. Максимальное количество людей должно прийти на любые выборы, потому что это снижает возможность манипулирования. После предварительного внутрипартийного голосования будет составлен рейтинговый список кандидатов. В него войдут не более 3 человек. Уже из них 2 июля региональная конференция партии путем тайного голосования выдвинет кандидата на предстоящие выборы губернатора Ленинградской области.